Вот наш знаменитый патриот всея Руси, певец-шаман, едет в более скромный тур стоимостью всего лишь 205 миллионов. Президентский фонд культурных инициатив выделил два гранта в 205 миллионов рублей на патриотические музыкальные туры звезд. Среди участников заявлены Шаман, Александр Розенбаум, Денис Майданов и другие. В общем, Шаману пока что не дают миллиарды, но тем не менее уже очень и очень неплохое начало. Никогда никому не слава!